Генеральный партнер программы «Модные новости» – клуб «Рай». Генеральный партнер программы «Модные новости» – компания «Аптос». Нитевые методы омоложения. «Аптос». Авторские методы подтяжки лица и тела уникальными нитями с насечками. Гарантированное сохранение мимики. Моментальный и продолжительный эффект. Быть красивой – легко. Привет всем, кто только что проснулся или уже собирается на работу. В эфире «Модные новости». С вами я, Алиса. Только у нас вы узнаете, что происходит в мире красоты и моды. Самые яркие коллекции, стильные вечеринки и скидки. И сегодняшний выпуск мы проводим в одном из самых вкусных мест города – кофейне «Милли». Только здесь вы сможете насладиться не только великолепным кофе, но и провести время в уютной атмосфере. И самое главное – в кофейне «Милли» можно позавтракать. Сегодня мой день начинается вот с такой замечательной яичницы. Я считаю, что это самый лучший завтрак. И, кстати, в «Милли» завтраки начинаются с 8 утра, и стоят они от 99 рублей. Приходите, будет вкусно! А чтобы ваш день начался самым удачным образом, начну с гороскопа. Причем начинается весна, а значит, многие улетят отдыхать на майские праздники. Итак, гороскоп путешественников. Овны. У вас много времени на отдых, поэтому лучше совершать короткие поездки по экзотическим странам – Мексике, Уругвай, Испании или Южной Африке. Причем перемещаться лучше разными видами транспорта. А для полного наслаждения овнам следует выбирать экстремальные маршруты, которые требуют особых физических усилий с массой азарта и приключений. Тельцам стоит определиться с конкретной страной отдыха, богатой на памятники культуры, а также с конкретным отелем, гарантирующим отдых высокого качества и желательно с номером люкс и видом на океан, с садом и со спа-салоном. Лучшими местами для тельцов в этом плане станут Бразилия, Египет и Тайвань. Близнецам для того, чтобы хорошо отдохнуть, нужно планировать подвижный отдых, не дающий времени на то, чтобы заскучать. В идеале это должны быть ознакомительные поездки по 3-4 дня в каждой из стран, включающие обязательный шопинг и осмотры достопримечательностей. Лучше всего для этого подойдут автобусные туры или путешествия на своем автомобиле. Идеальным местом для отдыха станут страны Европы и Южной Америки. Ракам потребуется релаксирующий отдых на берегу моря или океана, вдали от людской суеты. Поэтому путешествие им лучше всего отправляться на один из островов в Тихом или Индийском океане, а может быть в Новую Зеландию. Только там они смогут почувствовать себя настоящими робинзонами. Решившим отправиться в путешествие львам, стоит обзавестись приятной и шумной компанией, чтобы стать для своих друзей главным заводилой, а также вдохновителем, руководителем, тамадой и желательно спонсором в одном лице. Для отдыха стоит выбрать гористую местность Турции, Кавказа, Чили или Аргентины, где есть возможность заняться экстремальным туризмом, сплавом на байдарках или плотах, а может быть подъемом в заснеженные горы. Отправляясь в путешествие, девы будут долго и критично выбирать самый оптимальный вариант. Лучшим выбором станут такие страны, как Чехия, Болгария, Германия и Австралия. Именно там представители знака дев смогут совместить оздоровительное лечение с релаксирующим отдыхом. А в путешествие девам лучше всего отправляться без семьи, с друзьями и коллегами. Весам стоит включить в свой отдых путешествия по культурным местам, которые своим творчеством прославили великие люди. А также весам стоит взять в путешествие детишек, дав им возможность прикоснуться к прекрасному. Идеальным это путешествие будет при посещении таких стран, как Испания, Италия, Австрия и Франция. Практичным скорпионам в наступающем году лучше выбрать комфортный отдых в одном месте, но элитным, на который скорпионы не пожалеют денег. Им просто необходим полный комфорт, разбавленный выходом в море на яхте или полетом на параплане. Скорпионам лучше всего выбирать в качестве объекта для исследований и отдыха Турцию, Вьетнам, Тунис, Марокко, Швейцарию либо Норвегию. Стрельцы мало путешествуют, а значит, собравшись посетить зарубежные страны, решат максимально разнообразить свой досуг, изучая в основном ночную жизнь городов мира. Это будут как жаркие ночи с клубами и фестивалями, так и романтические уединения со своей второй половинкой на крышах небоскребов или Эйфелевой башни. Лучшими странами для такого отдыха станут Франция, Англия, Аргентина и США.
Деловые козероги даже на отдыхе будут стремиться заниматься бизнесом и выберут путешествия в те страны, в которых они имеют намерение открыть свой бизнес или наладить деловые связи. В путешествии козерогам потребуется частое уединение. Лучшими странами для отдыха козерогов станут Израиль, Англия и Япония. Водолеи предпочтут нестандартное путешествие. Им захочется провести свой отдых в отеле на скалистом морском обрыве или побывать в джунглях Амазонии. А может быть, совершить полет на воздушном шаре или побывать на сафари в Кении. Главное для них – это необычность, поэтому нужно обратить внимание на Центральную Африку, Бразилию, Чили и Аляску. И, наконец, рыбы. Задумавшись об отдыхе, рыбам, желающим приобщиться к духовному наследию или совершить паломничество, стоит обратить свое внимание на Непал, Индию, Китай, Иран, Израиль или Центральную Россию. Желательно выбирать места для отдыха подальше от людей, на берегу лесных водоемов, возле лесных дебрей, где можно помечтать и даже посочинять стихи. И детей лучше с собой не брать. Хорошей вам недели! А сейчас наша постоянная рубрика «Соцопрос». Наша ведущая Разия прошлась по улицам города и узнала, что такое мода и кто ее определяет. Посредством чего вы следите за модой? Модные журналы, ТВ или другие источники? Ну, и то, и другое, наверное, все вместе. Телевидение, журналы и телевидение. Телевизор. Как вы думаете, одежда – это личное дело каждого? Да. Нет, не думаю. Ну, это каждому все равно свое, потому что кто-то любит, например, спортивные мероприятия посещать или спортом самим заниматься. Ну, а кто-то ходит по магазинам, по тем же бутикам. А вы одеваетесь в каких модных бутиках? Можете перечислить? Я одеваюсь в обычных магазинах. Модис, одеваемся, Gloria Jeans, все, что в бутике есть, Галерея Арт. Принято считать, что моду определяют стилисты, дизайнеры и кутюрье. Но на самом деле выходит, что последнее слово в том, что будут носить на улицах Уфы, остается за хозяевами магазинов, бутиков и байерами. На сегодня это были все новости. Хорошего вам дня. Увидимся вечером. Недавно в Уфе состоялось торжественное открытие 4-го аптечного центра «Фармленд». Особенность центра заключается в том, что здесь представлен широкий ассортимент товаров, начиная от памперсов, лекарственных средств, косметики, ортопедической продукции, а также в том, что аптека работает 24 часа в сутки. За 15-летнюю историю «Фармленд» количество точек в составе сети увеличивается постоянно и расширяется география присутствия компании на фармрынке. Аптечные центры – абсолютно новый формат взаимодействия аптечные сети с покупателем, которые предполагают более широкий ассортимент, включающий в себя не только лекарственные препараты, но и множество дополнительных товаров, что очень удобно для покупателей, ведь это подразумевает дополнительный сервис и более неспешный процесс выбора товаров. При аптечном центре работает фитобар, где ежедневно проводится дегустация диетического питания. Здесь готовят уже полюбившиеся населению кислородные коктейли, а также здесь можно отведать с детьми полезное биомороженое. Аптека расположена в удобном месте, в географическом центре города Уфы, проспект Октября, 106 или остановка Госцирк. Для удобства населения аптечный центр работает круглосуточно. Для максимального комфорта людей в нашей аптеке представлен широкий ассортимент лекарственных препаратов, лечебного питания, косметики, протезной ортопедии, товаров для детей. Благодаря открытой выкладке каждый покупатель имеет возможность непосредственно ознакомиться с ассортиментом или воспользоваться советом квалифицированных специалистов. На сегодняшний день в нашем аптечном центре действует 25% скидка на ряд препаратов. Приходите в наш аптечный центр на проспекте Октября, 106. Аптечный центр «Фармленд», проспект Октября, 106. Телефон 244-57-39. Режим работы круглосуточно. Генеральный партнер программы «Модные новости» – клуб «Рай». Мейкап-ведущий Елена Соболева. Вы – целеустремленная современная женщина и точно знаете, чего хотите. Вы – нежная и утонченная, элегантная и бесконечно женственная. Тогда одежда «Пальметто Париж» создана специально для вас. Ждем вас ежедневно в бутике «Пальметто Париж» по адресу город Уфа, гостиный двор, центральный ряд, бутик 116. Стиль ведущий – «Пальметто Париж», гостиный двор, центральный ряд, бутик 116.
Благодарим за помощь в проведении съемки кофейню «Милли». Кофейня «Милли» приглашает вас в гости на вкусные завтраки каждый день с 8 до 12. Акция «Назови пароль модные новости» и получи скидку 10% на любое блюдо. Улица Коммунистическая, 49.